Вот, друзья, такого первого на микроджиг поймал. Рыбалка в январе. 28-й, наверное. Да, 28-й был. В конце. Опять есть, друзья. Кто-то покрупнее вроде. Ох, как упирается. Вон он как упирается. Что-то покрупнее вроде бы. Вон он. Что-то крупненькое такое. Ой-ой-ой, что там такое? Где я не вижу? Я тоже не вижу. Вот он подошел. Вот он. А, о, это щучка, что ли? Ой, давай, а, давай. Форель. Давай. Форельку поймали. О! Отлично. Молоденькая. Я не знаю. Друзья, это таймишонок, наверное. Или налим что-то маленький. Нет. Я отпускаю его, друзья. Или линок. Линок. Линок, да. Скорее всего. Форель, да. Давай. Ну давай, солнце, плыви. Расти. Опа. О, ушел. Он убежал. Пускай, друзья, растет. За него краснокнижная рыба, за него много дадут, пускай плавает. Конечно. Мы и оконем довольны. О, еще одного, друзья, зацепил. О, воду. Вон он идет. О, вижу. Вот, друзья. Опа, машинное масло рулит опять. Кидал какую-то другую, не кидал, не ловил. Машинное масло подцепил. Начал брать потихоньку. Может, на жареху поймаем? Микроджиг. Первый раз я поймал таймишонка. Таймишонок или... Этот на, как, а на микроджиг. Думал, окунь. Что-то тяжелый идет. Думал, о, хороший. Хорошего окуня, думал, поймал. А это, оказывается, вон кто. Потом думал, что форель. А, сперва думал, форель, так ты глянул. Форель, но здесь форель-то. Вон форелятник разводит здесь. Форель. Но это не форель. У ней морда сплющенная у форели, а это вытянутая. Видать, линок или таймишонок. Так, друзья, сейчас попробуем здесь. Может, здесь, я бы там что-то вообще не перестало, как я этого поймал. Таймишонка или налима, как его звать там, правильно. Таймишонка поймал и все, перестала больше клевать. Снег пошел, может, перемена погоды, вообще не стало клевать. Сейчас здесь попробуем, может, здесь будет клевать. Потом там дальше съездим, там еще попробуем клевать. Ух ты, уточки. Ладно, сейчас съездим еще туда дальше. Здесь тоже что-то вообще не хочет. Здесь раньше клевало хорошо, огонь хорошо клевал. Сейчас туда вот за поворот заедем, посмотрим там, не будет, поедем домой. Ну, такая рыбалочка у нас, не рыбалка, а так. Прогулка. Красота! Погода сегодня плюс 5, а минус 5. Минус 5, да, было? Минус 5, ветер, правда, и снег идет. И не снег, а изморозь. Снег мокрый. Все, друзья, не хочет, нету здесь рыбы. Там вот
поклевал. Не знаю, сейчас там что, может, покидает. И домой. Вот такая рыбалка. Прогулка. Вот такая прогулка, друзья. Зато таймишонка. Таймишонка урвал. И отпустил.